Кто там у нас на очереди? Такси! О, это по-любому мертвая машина. Блин, из нее зеленый дым идет сзади, охренеть. А, смотри, ему надо проверить выбросы СО2, короче, из его выхлопной трубы. Что-то мне подсказывает, что он не пройдет этот тест. О, окей. Фу, я ж прям запах чувствую. Ты предлагаешь сделать вот так? Нет, это не заткнуть. А, бананом же можно заткнуть. Вот так вот. Вот смотри. Смотри, дружище, я тебе тачку починил, теперь у тебя все хорошо. Теперь ему выхлопные газы идут внутрь, и он мне говорит, что нужно освежитель ему повесить, чтобы не так воняло сильно. Ой, куда ты не туда подъехала. В общем, мы сейчас повесим ему, оп, эйрфрешнер, и все. Все, дружище, теперь все готово. Теперь у тебя шикарная тачка. Забирай ее нафиг отсюда. Надеюсь, тебе так будет очень комфортно ездить. Всего-то навсего 1468 долларов. Копейки, дружок.